Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю оригинальный рулет из лаваша с фаршем, тыквой и сыром, который называется трио. Рулет по этому рецепту получается ароматным, сочным, очень вкусным. В нем замечательное сочетание всех ингредиентов. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставим лайки и не забываем подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить. Для начала к фаршу на крупной терке натираю лук, на мелкой терке натираю чеснок. Также к фаршу добавляю яйцо, приправу к мясу, соль, перец черный молотый. И все хорошо перемешиваю. Фарш я подготовила, пока его отставляю. Для рецепта понадобятся два обычных прямоугольных тонких лаваша. Я взяла один лаваш, и его нужно смазать сметаной. На лаваш на крупной терке натираю сыр, только вот по краям и с одной стороны я буду натирать не до самого края. На сыр выкладываю второй лаваш и его также смазываю сметаной. А теперь на лаваш тонким слоем распределяю подготовленный фарш. Далее на фарш на крупной терке натираю тыкву и выкладываю ее не слишком толстым слоем. Натертую тыкву немного посолю. Теперь подворачиваю края и формирую плотный рулет. Рулет я переложила на противень, застеленный пергаментной бумагой. И теперь рулет сверху смазываю взболтанным яйцом и посыпаю кунжутом. И теперь рулет отправляю в разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 30-40 минут. Рулет из лаваша с фаршем, тыквой и сыром готов. Вот такой румяный, ароматный получился рулет. Вы лучше ориентируйтесь по самому рулету, так как у каждого разные духовки. Сейчас я рулет разрежу и покажу вам, как он выглядит в разрезе. Друзья, вы только посмотрите, какая получилась красота. Сверху хрустящая корочка, внутри фарш, тыква, сыр. Рулет очень сочный, посмотрите, сколько много сока. В то же время он такой вот нежный и очень вкусный. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления рулета и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!